Также в Махачкале прошел турнир открытого кубка по волейболу среди студенческих команд. Соревнования проходили в 3 этапа, а победители внутривузовского стали участниками республиканских соревнований. В них сыграли 6 лучших команд. Честь каждого университета защищали женская и мужская сборные. Сильнейшие примут участие во всероссийском волейбольном турнире. Дагестанцы сразятся с командами Крыма, Майкопа, Нальчика, Краснодара и других городов.